Привет, мой сладкий, привет, мой хороший тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. И хочу сегодня с вами разобрать вот такую посылочку милейшую. С нее уже бантик даже снимается. Я получила ее буквально вчера. Эта милейшая посылочка пришла из Ленинградской области от девочки, с которой я должна была встретиться в Питере, но мы разминулись. Вот, и она прислала такое милейшее послание мне сюда домой. И я безумно рада его получить. Я еще его не смотрела, но оно так классно упаковано, что даже не хочется его распаковывать. Но все равно, давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Здесь такой прекрасный бантик, такая лента очень красивая. Здесь столько всего милого, интересного, что просто не терпится все это посмотреть, хоть и жалко распаковывать. Так, вот у нас здесь лента наша открывается. Что-то здесь у нас снимается. Ух ты, такой прикольный Винни. Здесь это стикер. Он довольно-таки крупный. Посмотрите, какой он толстенький. Очень-очень объемный стикер. Даже здесь есть такая вот штучка, записочка, которую можно использовать потом в дневнике, например. Вот, спасибо большое. Чай, Гринфилд. Я очень люблю вот этот вот Гринфилд Tropical Sunset. Он очень вкусный. Спасибо большое. Большой пакет я не видела еще. У меня только маленькие были. Ух ты. Дальше тут интересные такие штучки. Я даже не знаю, что это. Это как фишечки с Hello Kitty или это наклейки такие. Итак, это у нас, по-моему, какие-то фишечки. Я не знаю. Может быть, это такие наклеечки. Или это такие карточки. Скорее всего, это как карточки. Да, это карточки. Их можно использовать в творчестве. Вот. Тут они... Их много. Довольно-таки много. Да, здесь светленькие и темненькие. Вот они. Такие вот разные Hello Kitty. А это у нас что-то вроде пайеток, которые тоже можно использовать в творчестве. И вот эти звездочки, как мне кажется, они выдавливаются. А потом получаются такие вот окошечки. Это шарики и подарок. Здесь есть. Да. Вот так вот очень красиво. Очень красивые цвета. Нежно такой розовый, нежно-золотой. Очень-очень классные наклейки. Посмотрите, какие клевые с котиками тут такими. Такие милейшие, вот этот вот зевает, это спит, это такая вот игривая киса, это злой у нас, очень классно, это как тигренок прям. Тут такое есть еще, о рыбке думает. Вообще очень классно, я люблю такие наклейки, но у нас таких не продают, и поэтому я так всегда рада получать их в подарок, они для меня очень-очень ценные. Вот, спасибо большое. Ой, сзади здесь вот такие вот наклеечки тоже есть, очень миленькие, с гномиками, посмотрите, классно, и с хрюшами такими, зайчиками, девочками, очень классные. Ух ты, далее идет, короче, маска для лица в виде кошки, я такие видела в интернете, только в Инстаграм, у нас таких я вообще не видела. Теперь наконец-таки попробую на себе, обязательно сфоткаюсь, потом выложу. Очень прикольно, спасибо большое. Так, а это у нас что? У нас здесь такой кит нарисован. Это у нас конверт. У нас запечатан. Сейчас я его вскрою. Ух ты, у нас здесь открытка. Мне кажется, наклейки. Кстати, пропечаталась. Краска. Так, еще там что-то есть. Ух ты! Какая красота! Посмотрите, какой хвост кита с созвездиями. Просто потрясающая открытка. Очень-очень красивая. Обязательно повешу у себя на столе ее. Очень-очень красивая, посмотрите. Вообще прелесть. А это у нас наклеечки. Ух ты. Китик. Еще один. Да, еще один китик. Здесь у нас
еще один такой космический. И это у нас тоже. И это у нас такая карточка. Выкладка с китом. А это у нас, наверное, марка. Да, я так мечтала об этой марке. Она очень красивая. Она такая фактурная, потому что здесь фон матовый, а киты, они выделяются, они глянцевые. Смотрите, какая красота. В мою коллекцию наконец-таки попал кит. Вообще красота. Спасибо большое. Это прям вообще очень ценно. Так, у нас здесь идет, как я понимаю, два конверта таких больших, очень интересных. Смотрите, вот это со шляпником идет конверт. А это у нас идет с птичкой конверт. Я даже не знаю, какой открыть первым. Посмотрите, как красиво. Здесь стразики, здесь приклеен такой конвертик тоже с письмом. Кружева, такая птичка. Так, наверное, вот с этой стороны вскрою, здесь пусто. О боже мой, господи, здесь чего только нету. Я не ожидала, что будет такая большая посылка. Дорогая моя, теперь я буду тебя, не знаю, долго собирать ответ. Посмотрите, что здесь первым выпадает. Посмотрите, какой красивый блокнот. Вообще потрясающий. Очень красивый, мятный такой прям. Ой. Клетка такая бледная. Я люблю бледную клетку. Это единственная клетка, которую я люблю, которую почти не видно. Очень мягенькие, очень классные просто. Для таких вот быстрых записей, для мыслей просто идеально. Потом здесь идет подборка скотчей. Посмотрите, какой классный. С суккулентами есть. Я захотела этот скотч. Очень классно. Вообще прелесть. Так. Ой-ой-ой, как много всего. Так. У нас идет такая лента со стразами. Смотрите, какая большая. Как много страз. Балуешь меня. Так. О, боже мой. Конечно, в Питере много чего можно найти, потому что это город творчества. У нас такого даже нету. Смотрите, какие ножнички. Кулончик с ножничками. Классно. Прелесть. Просто прелесть. Смотрите, какой лейкопластырь с пандочкой. Блин, прикольно так. Пандочка. А теперь смотрите, тут всякие скраб вкусности. Здесь у нас марочка такая вот, кружево. Сейчас я скажу, какое это. Это вологодское кружево. Потом здесь идут такие карточки, вырезки с надписями I love you. Такие вот тут насветные. Потом идет вырубка с листичкой. С девочкой. Такой вот прикольный. В тапочках. В таких туфельках. Затем окошко для записи. Просто цветочки. Бабочка. Вообще классно. Это у нас ракун. Как они? Еноты, вот. Еноты классные. Потом у нас идет такая вот карточка с котиком. Это даже похоже на такую открытку. Как она называется? Карты игральные, да. Форма такая-то. Очень классная. Такая вот девочка у нас здесь. Посмотрите, какая красивая. Прелесть. И вот такое вот окошко. Да. Вот так вот. Да. Но, по-моему, двухстороннее, да. Очень красиво. Прям вот все-все-все пригодится мне. Смотрите, у нас тут еще намотки скотчей. О, с мумитролями. Обалдеть. С мумитролями скотч есть. И вот такая с лисичками. Совка. Совушка, лисичка, сердечко. Здесь у нас котики разные и всякие животные. Очень классные тоже.
Скотча бумажная. Затем у нас идет вот такой листок наклеек Мишек Тедди. Кстати, у меня, по-моему, в коллекции моей, которую для себя я наклейки покупаю, по-моему, только один листочек с Тедди. Вот, а такого я еще не видела. Очень действительно красивые. Вот, если кто не знал, то я раньше только их и рисовала. Еще очень давно, когда еще в школе училась. А я их просто обожала. А у меня очень много всяких было статуэток, картинок с ними. И даже есть большой Тедди. Посмотрите, как красивые наклейки с ангелочками. Ух ты, и закладка какая красивая. С усиками. Да, железная закладочка. С усиками. О, открытка какая. Тардис. Я хоть и не смотрю Доктор Кто, но знаю всякие символы из этого сериала. Прикольно. Открыточка. О, у нас здесь из Золушки в виде такой манги зарисовки. Очень классные. Ой, какие котики милые. Это прям я и моя кошка. Посмотрите, даже похоже. Спасибо. Смотрите, какая креста. Тоже скраб. Карточка. Очень красивая. Такая вот. С этой стороны так вот. Это у нас скраб-листок. Да, вот он. Можно использовать как фолдер, уже заготовка для фолдера. Кстати, подкинула мне хорошую идею. Может быть, я даже сделаю из этого фолдер. Так, это у нас конвертик. Ага, в нем мелочи. Сейчас посмотрим. Еще у нас один листочек скраб-бумаги, заготовка для фолдера. Прелесть, это вообще красота. У нас здесь... Ой! Какая прелесть! Смотрите. Это у нас врезные карточки для скраб разных штучек наших. Для фолдеров тех же самых, для писем. Посмотрите. Улиточка такая классненькая здесь. Романтика. У нас здесь два листа, которые просто потрясающие. С птичками такими. Фон очень красивый. Здесь такие листы нарисованы. Они у нас беленькие как раз. Такой вот зеленый. Очень приятный зеленый. Очень-очень приятный. Он такой желто-зеленый, лаймовый. И здесь также только в горошек. Вот. Давайте посмотрим, что у нас там в конвертике. Такая вот еще бумага. Вот наш конвертик. Смотрите, кактусы. Боже мой, ежик. Цветочки. Здесь у нас луна, не луна, а, скорее всего, Меркурий. Здесь у нас приклеилось немножко. Тоже, наверное, да, кактус. Надеюсь, вам видно, отсвечивает сильно, да? Смотрите, котик. Нет, кролик. Типа, what? Что? Совушки. Обезьянка очень милая. Вот она. Видно? Так. Затем у нас тут Микки. Вот он. Потом у нас тут матрешка есть. А затем у нас здесь созвездие. Это весы, по-моему. Еще матрешка. Потом у нас тут макарун, песики, очень классные, матрешки, еще песики, да, такие классные, еще созвездия, еще кролик у нас тут, ой, цветы какие классные, васильки и ромашки, очень классные, ой, сколько всего вылетело, Мишка Тедди опять. Так, по-моему, там что-то еще застряло. Да, большая наклейка. Смотрите, какая классная. Маленький хаски.
Итак, давайте посмотрим наш последний конверт. Здесь вот наклейка такая выпала у меня, челлендж. Здесь такое сердечко. О, боже мой, здесь еще у нас много всего. Так интересно. Давайте потихонечку смотреть. Вау. Смотрите, какая у нас тут открыточка выпала. С листочком. Очень люблю вот эти вот у них карточки на Али. Я себе заказывала только два вида с китами и с разными весенними веточками. Вот, хотела заказать еще много разных. И вот такие вот я тоже обожаю. Прям очень-очень сейчас актуально в дневник такие делать открыточки, потому что лето. Смотрите, у нас тут Алиса в стране чудес. Вот это да! Открытка с Алисой. Потрясающе. Такая плотная, такая классная. Очень классная. Наклеечки. Я так о них мечтала, так хотела себе их купить. Теперь они у меня есть. Спасибо большое. Смотрите, какие классные в виде марок. А тут конверт у нас. Так классно сделано. Потом у нас здесь что-то. Это у нас, по-моему, текст из самой сказки. Смотрите, здесь раскраска. Антистресс. Здесь у нас текст. Бреду, куда глаза глядят, ноги устали. Все дальше и дальше, пока не прихожу к саду. Там замечаю мартовского зайца и господина шляпника. Они пьют чай. С радостью к ним присоединяюсь. Мышь Соня тоже за столом. Она крепко спит. Мартовский заяц и шляпник говорят загадками. Чай они пьют весь день и приглашают меня разгадать их чокнутые ребусы. Чашки им мыть некогда. Мы ежечасно пересаживаемся, но я не понимаю, о чем они толкуют. Бестолковейшие чаепития из всех, на каких мне доводилось бывать. Все в духе Алисы, конечно же. Очень классно. Обязательно буду раскрашивать, медитировать. Так прикольно. Смотрите. Вообще очень классно. Это просто шедевр. Смотрите. Как красиво. Лиза, ты просто мастер. Красота. Золотая краска. Обожаю золотую краску. Посмотрите, как оформлено письмо. Просто, я не знаю, у меня слов нету. Смотрите. Красота. Посмотрите, как все сделано. Вот это да. Посмотрите. Сейчас. Так вот, бабочка. Вот что значит творческая душа. Смотрите, как просто, я не знаю, потрясающе. Здесь наклеечки. Ой, не могу. Как красиво, боже мой. Здесь у нас настоящий цветок засушенный. Представляете? Он немножечко отклеился. Здесь у нас вот так вот приклеено пакетик. А в пакетике у нас куча фотографий. Здесь, конечно, все отклеилось, пока дошло. Я все это поправлю и обратно приклею, чтобы все это у нас было хорошо. Вот здесь. И вот такая открыточка с мопсиками. Вот, обязательно почитаю за кадром. Это просто, я говорю, произведение искусства. Для меня это так все ценно. Я просто не знаю, насколько долго я буду все это тебе собирать делать. Тоже хочу все сделать очень красиво, аккуратно и эксклюзивно. Вот, чтобы тебе все понравилось и было не хуже. Вот. И спасибо тебе за твое тепло, спасибо за твое добро, за то, что
Ты столько внимания мне уделила и столько вложила своих сил, столько идей и всего-всего. Большое тебе спасибо еще раз. Обнимаю, целую и до новых встреч. Пока-пока.